Весна уже на пороге. Пришел черед демисезонной одежды. Выбор настолько большой, что придется потратить время, чтобы подобрать то, что подчеркивает вашу индивидуальность и идеально подходит для весеннего гардероба. Сегодня куртки занимают, пожалуй, лидирующие позиции в гардеробе каждого мужчины. Любую весеннюю, межсезонную одежду отличает исключительно практичность. Она должна удерживать тепло и в то же время защищать своего владельца от дождя и ветра. Использование современных мембранных, дышащих, влагостойких тканей, аутентичный дизайн, отсутствие ненужных наворотов – это, пожалуй, то, что необходимо для того, чтобы куртка была практична, удобна, комфортна. Ткани самые, что ни на есть, правильные, дышащие. Что касается цветовой гаммы, то можно примерить бордовую или цвета темного шоколада. С капюшоном или воротом-стойкой, деловой или спортивный стиль. Хорошо, если вместе с курточкой в одном месте можно сразу же подобрать обувь и головной убор. Для того, чтобы определиться с моделью, вы должны отчетливо понимать, в каких условиях вы ее собираетесь носить. Если вы ведете активный образ жизни, много двигаетесь или, наоборот, большую часть времени проводите за рулем, то ваш выбор – короткий вариант. Если же в силу каких-то обстоятельств вы вынуждены носить костюмы, пиджаки, то, конечно, обратите внимание на длинные куртки. Вообще весенняя коллекция – это изобилие, большое изобилие расцветок, моделей, фасонов. Уважаемые мужчины, выбирайте, пробуйте, экспериментируйте. На весну обязательно подберите для себя тонкий свитер. Цветовая гамма также весьма разнообразная. Сейчас в моде яркие оттенки, например, желтый, голубой. Без рубашки также не обойтись. Тем более, когда речь об изделиях так называемой non-iron технологии. Такие сорочки легки в уходе, практически не мнутся, не дают усадку, хотя и выполнены из экологичного хлопка. Что касается рисунка, то сегодня это абстракция, геометрия, флористический принт. Не теряют своей актуальности удобные и симпатичные рубашки поло. Однотонные или с мелким рисунком. Вообще, в мужской моде сегодня довольно много вариантов одеться стильно, проявить свою фантазию. Кстати, рубашки были и остаются в топе мужских подарков, как и перчатки, портмоне, галстуки, ремни и запонки. Такой практичный подарок оценит каждый представитель сильной половины. Что касается женщин, то на весну прелестницы все же выбирают светлые оттенки. Укороченная лавандовая курточка с элегантным капюшоном смотрится очень интересно. Для более прохладной погоды подойдет стеганое пальто с рукавом реглан и высоким воротом. Если длинный вариант не входит в ваши планы на весну, то модель чуть покороче, но также стеганая. Золотой отблеск ткани очень удачно подчеркивает черный подклад. Если с темными цветами вы никак не можете расстаться даже сейчас, то темно-синее полупальто наверняка придется вам по вкусу. Или все же ярко-желтая удлиненная курточка. Почти невесомая, но при этом теплая, она точно станет отличным дополнением вашего весеннего гардероба. Куртки сегодня вне конкуренции и для женщин. Светлые, удлиненные прекрасно смотрятся на любой фигуре. В последнее время производитель делает ставку на универсальность, и представительницы прекрасной половины это уже оценили. Двусторонние куртки позволяют постоянно вносить новизну в свой образ. Куртка-баллон, чуть суженная к низу, смотрится изысканно. Ну и укороченный вариант оверсайз с легким капюшоном наверняка понравится тем, кто ценит стиль в каждом моменте. Для завершения образа нам, конечно же, потребуется удобная и качественная обувь, а еще аксессуары. Однотонный шарф или тоненький шарфик, перчатки на приятной шелковой подкладке. Ажурные шапочки или объемные береты – выбирать только вам. Не забываем и о сумочке.
чтобы каждый весенний день был полон красок, хорошего настроения и стиля. А ведь это и есть то, что нужно. Магазин «Мода». Фирменная мужская и женская одежда, обувь и аксессуары. Уникальные и качественные бренды Италии, Германии, Финляндии и России. Магазин «Мода». Советская, 64.